Итак, всем привет! Сегодня видео о том, как проходить десятку Serpentis. Находится она непосредственно на территории Serpentis. Для этого мы используем Tengu. Вот такой вот фит. Сейчас посмотрим на модули. Достаточно недорогой, танкует в абсолюте. Ракет хватает и на дальность, и на сигнатуру. Вот такая вот подтанковка Kinetic Thermal. Проходим первые ворота. Итак, непись. Залетаем в первый карман. Ну, перед этим было две башни стазиса, то есть сетки. Мы их завалили, ну то есть я. Вот, валим остальные две башни, и здесь есть один БШ, называется Майор. Выкашиваем его, ставим орбиту в 3000. Сначала башни, потом Майора. Иногда с Майора что-то выпадает, но в основном нет. Зачищаем первый карман и передвигаемся ко второму. Во втором кармане все точно так же. Убиваем стазис башни, Майора, проверяем с него врек. И теперь у нас дилемма, в какие же ворота пойти. Налево будет обычный карман с Майором, из которого немножко больше варианта, что что-то выпадет. Направо также. Там всех зачищать не нужно. А ворота вас пропустят обратно вот сюда, во второй карман, даже если не убивать непись. Убивайте Майора, смотрите, но я так не делаю. А сейчас просто зачищаем второй карман и идем к боссу по центральным воротам. Когда прилетаем в третий карман, сразу же топим вперед от центрального строения, которое ставим в лог, на 52 километра. Ставим орбиту, вытапливаем. Как только мы преодолеем расстояние в 51, сетка спадет. Также строение перестанет откачиваться. И просто выдавливаем из него все хп. В конце будет контейнер, в котором должно быть счастье. Сегодня со счастьем нам повезло. 400 с чем-то миллионов. Иногда бывает и 130 голая коробка. Иногда бывает и полтора. Ну, скажем так, средняя десятка, сами видите. Всем спасибо, всем пока.